Накануне 75-летия Сталинградской битвы депутат Государственной Думы Анатолий Петров посетил ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Черменскую. Жизнь длиною в век в нашем следующем сюжете. Татьяна Павловна попала на фронт в 20 лет. Она была медицинской сестрой. Покинув малую родину, за 4,5 года прошла всю Европу, мужественно исполняя свой долг. Татьяне Павловне совсем недавно исполнилось 100 лет, но воспоминания о прошлом все так же свежи в ее памяти. Работа была. Вот в сортировочном я сейчас машину привезли, я лезу на машину, разгружаем. Кого в это отделение, кого в это отделение, кого сразу в трупную, кого куда. А тут слезла, только слезла, тут опять машины. Машины шли и шли. Подвиг людей, прошедших войну, нельзя забывать. Каждый, попавший в ее жерло, боролся за будущее своей страны. Женщины и дети, стоявшие у станков в тылу. Мужчины, ценой своей жизни, не давшие врагу пройти дальше. Медсестры, вынесшие на хрупких плечах с поля боя сотни тысяч жизней. Приехал сюда, потому что увидел, что она медсестра. А труд медсестры, он как бы описывался, но не так подробно, как эти все-таки приоритеты отдавали бойцам на передовой, да? А вот медсестра, которая, если посчитать, медсестра вместе с врачом, я их уж буду обвинять, медики, они спасли и вернули в Великую Отечественную войну очень много бойцов. Если бы мы без их труда практически стал проблемным, наверное, сломить хребет этой фашистской чуме. Татьяна Павловна полна энергии. Она говорит, что прожила счастливую жизнь. Именно с таких людей нужно брать пример. Пройдя много, они сохраняют в себе светлые и добрые чувства. Антон Мартынов, Владимир Селяков, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей.